Бокал шампанского. Кто-то не допил. Так, вы там закончили говорить? Мне нужно свой блог сделать. Я вообще выкину этот нахер фотик, блядь. Ты закончила? Мне постоянно есть люди, которые не дают мне нормально блог делать. Я выкину сейчас. Почему ты выкинешь? Потому что хуйню не надо снимать. Я не снимаю. Короче, я пришел, жду электричку, тут они начинают как постоянно на своей волне. Вот. Ну, если я бы даже опоздал, бы они могли уехать без меня. Я на всякий случай взял свои карманные деньги. Вот. Что тебе надо? И причем он на целый месяц на работу опаздывает и в рабочее время где-то сидит часами. Его мастер улавливает, говорит: Дима, где ты был? Ну придумай что-нибудь, где ты сидел? Где? Я там сидел. Ну, Дима, давай, говори, где ты был, что ты заикаешься? И стоит Кумар такой, уже смотрит, слушает его, блин, и сказать ничего не может. И просто потом уже, что может сказать, это правду. Я сидел в каморке, пил кофе, блин, целый час. В общем, я жду электричку, скоро поеду в центр Риги. Взял еще специальный пропуск, ну, чтобы сделали пропуск в музей. И буду смотреть какой-то музей. Я уже не помню, как музей называется. Я просто договорился с людьми, что вот завтра поедем, посмотрим музей, в общем. Поэтому я на электричку опоздал. Есть люди, которые на меня очень злые, недовольны мной. Вот. Как-то так, знаете, все напряженно получилось. Такая вот тема. В общем, жду электричку. Все, электричка, в общем, приехала, я сел и уже еду в центр Риги и пойду в какой-то музей. И еще в какой-то музей. Ну, скоро вы узнаете, что за музей. Вот. Настроение у меня очень хорошее. Только что погода не очень дождливая такая. Хотя я рассчитывал, что должно быть солнышко. Ну, вы сами понимаете, весна все-таки. На следующей неделе начнется май. Итак, я уже в центре Риги приехал, скоро пойду в этот музей смотреть. Какой-то, короче, музей. О, бля! Как обычно, кто-то поет песни в центре Риги, это уже не в новинку. Мне очень нравится, как нарисовано. Офигенно классный арт в центре Риги. Я нахожусь уже в Старой Риге, значит, музей будет находиться в Старой Риге. Какой-то, короче, музей. И еще какой-то музей. Пока я шел сюда, до этого места, я уже видел пьяных иностранцев, которые уже приехали, короче, в Ригу. Ну, уже бухи, у которых много денег, короче, вот. Везде, короче, какая-то музыка грохочет. И в музей, в который я зашел, нам этот музей не нужен. Ну, просто с людьми, с некоторыми тут гуляю. И нам нужен музей, где есть морской флот. В общем, все, что связано что-то с морем, с якорем, с судном, с моряками. Вот такое что-то, ну, что-то мужское, серьезное. Дурак! Ты просто... Мне говорят, что я дурак. Какой-то якорь.
Войков это откатул он кавер. Так, я нахожусь, ну, своего рода музей, только громко нельзя говорить, называется это Ригас Домс, поэтому что-то тут можно снимать, фотографировать. Ну, все, что немного связано с религией, с церковью, с Иисусом, с Богом, вот. Находится старый механизм старых часов. Дома стороны это специальный механизм. Механизм. А на русском языке это называется старый собор Рига. Такие места обычно я очень редко хожу, я, ну, сами понимаете, я особо не посещаю, но вот есть такая возможность посетить такое вот место, вот, которое связано с историей, потом уже с искусством, ну и естественно с какой-то религией, вот. На мой взгляд, это место хорошо тем, что здесь можно одному побыть и о чем-то о своем подумать, о чем-то хорошем, вот, разобраться в себе, либо, посмотрев это видео, просто попробуйте в себе разобраться. Если вам нравится старая архитектура, то это то место, куда стоит прийти и просто самому посмотреть на все это, заплатить 3 евро, потому что я купил билет за 3 евро, вот, и хожу, смотрю старую архитектуру в Риге. Когда находишься в этом месте, я вспоминаю сразу, ну не сразу я вспоминал эту тему, а просто вспомнил пару американских боевиков. Помните, когда смотрите какой-то американский боевик, обычно всегда показывают вот такое место, где приходит главный герой, подходит к священнику и говорит: я кое-что согрешил и буду еще грешить, потому что мне нужно кое-кому отомстить за, ну, там, короче, делишки нужно кое-какие сделать, вот. Ну, короче, поняли тему. Я уже немного прошелся в этом месте, вот, и на меня произвела впечатление вот эта вот здоровая пушка. Представляете, насколько она здоровая, и какой сюда ложился снаряд. А, там очень темно. Можете уже в голове прокрутить, ну, сколько это, в общем, диаметра пушка. Вот это вот старый петушок. Его сняли, в общем, старого собора. Рига, в общем, дальше. Вот это сиденье, ну, оно не причастно. Вот это вот немаловажное историческое место. То есть это часы, настоящие часы. Это все история, ну, как видите, сняли. И кое-что новое поставили, металлическое. Ну, видите, металлическое. Кто-то оставил бокал шампанского. Кто-то не допил. Thank you.
На данный момент я нахожусь место просто, которое называется Арка. Очень классное место. Мне это место начинает безумно нравиться, и мне хочется сюда еще раз вернуться, заплатить 3 евро. Мне даже не жалко в следующий раз заплатить 3 евро и снять здесь какой-то вообще какой-то блог на какую-то тему. Я пока еще не знаю, но мне безумно нравится. Так, свой блог я заканчиваю, батарейка уже садится, поэтому ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, что-нибудь комментируйте. Всем пока!